точнее продолжаем, действительно. Собственно, продолжает доклад Михаил. Все его видели в прошлый раз. Так, ну хорошо, в прошлый раз мы не доразобрали утверждение про индекс пересечения на вторичном многообразии. Если можно, чуть погромче. Да, хорошо. Значит, на историческое многообразие, как сейчас можешь, утверждение, x сигма размерности n ну, пусть будет еще не вырожденное. Есть два конуса максимальной размерности. И их пересечение тау размерности n-1. То есть у нас вот такая картинка. Но я не утверждаю, что у нас всегда так будут пересекаться, но вот у нас именно такой случай рассматривается. Вот сигма, сигма штрих тау. Вот. N тау обозначен вот такое, это, то есть получается часть точки решетки, которые лежат в пространстве, натянутом на конус тау. Это гиперплоскость. Да, гиперплоскость. N от тау – это фактор. Ну и отображение проекции на фактор обозначим π. Ну и на пространствах тоже. Ну, также обозначим. Сигма с чертой обозначим π от сигмы. Сигма штрих с чертой π от сигмы штрих. Это всегда лучи ведь будут или? Да, у нас это будут лучи. Что? Да, n tau будет изоморфно z. N tau. Ой, n tau. N tau r будет изоморфно r. И я напомню, что если у нас есть орбита, замыкание орбиты Тора, орбиты действия, какой-то орбиты действия Тора, то она будет изоморфна вторичному многообразию с таким вот веером. Он обозначается star от tau. Это нужно рассмотреть конуса, которые содержат tau, и отобразить их в фактор в n tau r. Сигма так, таких n tau r, происходящих из конусов сигма, содержащих tau. Я утверждаю, что замыкание орбиты действия Тора будет вторичным многообразием с вот таким вот веером. То есть это веер, у которого конуса, суть образы конусов, содержащих тау. Ну, вот, у нас есть изображение в 3D. Ну, вообще говоря, это в общем случае. У нас тау может быть коразмерности там не обязательно один, любой. И у нас вот замыкание орбиты будет таким образом получаться. То есть это, в принципе, общий факт про любой конус изведения. Да. Берем орбиту, замкнули в физическом многообразии, как эти конусы будут скручиваться.
Нужно смотреть конуса, и содержащие тау, и их отобразить на фактор. И они дадут нам конуса вот этого вот веера. Здесь конкретно в этой ситуации все будет в момент. Конкретно в этой, да, в этой ситуации все просто будет. У нас будет веер вот такой. Тут P1 получится. Да, и V от тау у нас будет P1. Это у нас будет сигма. И сигма стрик с чертой. А что да. Там, по идее, фактор, но можно реализовать его как проекцию. Можно так изобразить. Вот, это и у нас... Понятно, да. Да, хорошо. У нас есть минимальные образующие тут. У этих двух лучей. У штрих обозначим. В общем, это будет... Так, прошу прощения. Такой элемент решетки N. Более того, лежащий в сигма-штрих, такой, что пи от у-штрих – это минимально образующая луча у-штрих с чертой. Тогда утверждается, что… так, если мы возьмем теперь… Да, D – дивизор Cartier, у которого конусом сигма, сигма штрих соответствуют характеры М сигма и М сигма штрих. Они, вообще говоря, выглядят неоднозначно, но это не повлияет на результат. Тогда у нас D на C. C это V от tau. D на C это М сигма минус М сигма штрих спарить с У штрих. Вот такое утверждение. Сейчас М-сигма это то, что задает этот дивизор Cartier, он главный на этой как да. бы на конусе, да, и когда тут М-сигма, а тут М-сигма что-то, да? Да, есть здесь где-то какое-то У, которое переходит при факторизации у-штрих в у-штрих с чертой. Это минимально образующее. Сейчас не очень понятно. У-штрих с чертой. О, сейчас. Там две образующие, да? Вот это вот у-штрих, оно в сигме или в сигма-штрих? У-штрих должно лежать в сигма-штрих. Сигма-штрих, да? То есть да. Тут надо брать М-сигма минус М-сигма-штрих, а У брать из сигма-штрих. Это так продумано, так и должно быть. Да, так должно быть. Окей. Но если мы вдруг поменяем местами сигма и сигма-штрих, то у нас У заменится на какое-то У-штрих. У нас вместо У-штрих мы возьмем какое-то У, которое будет лежать в сигма, и у нас произведение будет... Мне кажется, что так довольно часто будет отрицательно такой получаться. Это тоже должно, так должно быть, да? То есть М-сигма минус М-сигма-штрих, оно направлено скорее вверх, а У-штрих направлено скорее вниз. Ну, извините, ладно, я что-то ерунду спрашиваю. Все нормально. Давайте рассмотрим быстренько пример. Прошу прощения. А, М-сигма вообще не обязательно в комнате лежит, да? Все, тогда вообще все ерунда, что я сказал. Да, это не обязательно, конечно. Ну как в этом конце, это просто в другом пространстве вообще лежит. Чуть-чуть, да. Да. Ну, вот пример. Мы рассматривали в прошлый раз такое многообразие с таким веером.
Это будет U0, U1, U2. Рассмотрим дивизор D0 и кривую. Вот это вот пусть у нас будет тау, V от тау. У 0 это у нас это будет единичное, а у 0 это будет 2U1 плюс 3U2. Да, что нам нужно сделать? Во-первых, найдем характеры, то есть локальные данные дивизора D0. Значит, что нам нужно? Вот это пусть будет сигма, это сигма штрих, m сигма на U1. Ну, D0 это у нас как бы 0, единица на D0, плюс 0 на D1, плюс 0 на D2. То есть с U1 мы спариваем нулем. А как мы вообще ищем эти локальные данные? В прошлый раз я говорил вот таким образом. Тут минус возникает. В этом потом в этом есть смысл. Значит, а с U0 мы должны получить минус единицу. Отсюда следует, а U0 это у нас 2U1 плюс 3U2. Отсюда следует, что m сигма равняется минус 1/3 U2. И аналогично, если мы тут будем искать локальные данные, мы получим, что m сигма штрих, вот не U2, а E2, конечно, E2. m сигма лежит в m. m сигма штрих, это будет минус 1/2 E1. Тогда D0 на C, это будет... А, сейчас надо найти еще U. Вот этот вот самый элемент N, который переходит в минимально образующую, мы можем взять следующим. U штрих возьмем равным U1 плюс 2U2. Вот таким. И они вместе с этим, вместе с U0 будут давать базис всей решетки, поэтому при факторизации он перейдет в образующие факторы. Минимально образующую луча в факторе. Поэтому D0 на C, это у нас будет m сигма минус m сигма штрих u штрих. Это с этим, значит, спарится, получится минус 1. Сейчас. Извините, прошу прощения. То есть минус 1/3 их 2, не может ли это лежит в гамму минус 1? Сейчас. Да. Вот 6D0, конечно, 6D0 у нас дивизор Корсье. Прошу прощения. Да, у нас D0 дивизором Корсье не является. Да, то есть тут должно быть минус 6. Да, 6D0. Значит, тут m сигма. Это будет... минус 2e2, m сигма штрих это минус 3e1. Вот. А тут получится следующее. Сейчас в чем проблема? Чего не так?
Сейчас умерла, вроде все в порядке. Значит, минус 2 Е2 плюс 3 Е1 спарить с У1 плюс 2 У2. Это у нас будет здесь минус единица, тут плюс единица. Получается, сейчас, здесь минус 4, тут плюс 3. Получается минус 1. Вот 6D0 на C это минус 1. Ну и мы можем индекс пересечения продлить и на так называемые Q-картье дивизора, который при умножении на некоторое число становится дивизором картье. Ну, то есть можно сказать, что D0 на C это минус 1 шестая. Ну и ясно. Ну, можно и так сказать, но смысл, конечно, в этом. Зачем-то продлевают, могу сказать. Не, ну хорошо. Пока вроде все. Может продолжать. Мы заметим, что понятно, что если дивизор главный, то он численно эквивалентен нулю, потому что он будет давать изоморфные пространственные расслоения. Или если два дивизора линейно эквивалентны, то они будут давать изоморфные расслоения, и индекс будет пересечения тот же. То есть, таким образом, мы посчитали, так у нас всякий дивизор линейно эквивалентен какому-то D0 с каким-то коэффициентом, мы посчитали для всех. Совсем устно и кратко. Численная эквивалентность нулю – это что значит, что спаривание с любой кривой, да? Да, с любой прогрессивной кривой непривозимой будет ноль. А достаточно проверять для этой эквивалентности? Да, кажется, что этого достаточно. Кажется, что достаточно. Во-первых, хотел еще заметить. Я раз обсуждал, я просто забыл. Это все группы классов получалось из этой инвариантной. Отсюда следует, да? Вся группа классов получается из Т инвариантных, этого еще недостаточно. Ну да, не очень понятно, почему. Там все-таки мы с кривыми имеем дело. И что? Ну, если группа классов. Ну, если это не инвариантные, то их пересечение должно быть одинаковое. Нет, то есть имеется в виду, если мы хотим проверить численную эффективность, достаточно проверять на торнвариантных кривых. Кривые, чтобы были тысячи вариантов, не понял. Да. Ну, оказывается, в вторичном случае, что наоборот тоже верно. Если дивизор численно эквивалентен нулю, то он должен быть главным. Ну, кратко могу пояснить, там получаются вот такие вот равенства. Из них это при условии, это не всегда верно, а если веер выпуклый полной размерности. Группа классов это перешетка. Группа классов? Ну, или это картье. Это туда группа Пикара, перешетка. Да, но отсюда получится, что у нас численно эффективные будут, можно будет поместить в группу Пикара. Вот. Ну, то есть это одно и то же отношение будет. Ну, вот из таких вот равенств у нас некоторым образом будет получаться, что m сигма равенство m сигма штрих для всех сигма сигма штрих, то есть у нас будет характер на самом деле некий
общий на все, на все конусы. То есть здесь он будет главным. Ну, нет времени это подробно. Да, вот отсюда даже прослеживается так. Главный, из этого следует, сейчас, численно эквивалентен нулю, из этого следует, что с каждой тейн-вариантной кривой он спаривается нулем, а из этого следует, что он эквивалентен нулю. То есть это все три условия эквивалентны, да, получается? То есть тут как раз из вашего доказательства понятно, что то, о чем я спрашивал, что достаточно только на тейн-вариантных. Ну, на самом деле, тут сейчас, еще раз. У нас главные дивизоры соответствуют характерам, то есть дивизорам тейн-вариантные средства, дивизорам характеров, то есть линейным функциям на всей решетке. Да. А Картье соответствует кусочной линии. На каждом конусе своя. Да. А которые веля. Они там не получается функции. Линейная комбинация просто этих ребер соответствует, но не факт, что это кусочная линия получается. То есть там никак это видеть не представить? Получается. Нет, да, там не получится. Это логично, потому что они же не картины. Да. Так, ну еще заметим, что у нас, ну как заметим, есть такое утверждение, что для торического многообразия на F-конус, но вот опять же при тех же самых условиях выпуклой полной размерности на F-конус рациональный, полиэдральный, то есть у него будет конечное число образующих. Ну и все. Он достаточно хороший. И еще его можно рассматривать уже в группе Пикара. Потому что у нас был фактор по отношению вот такой эквивалентности, оказывается, что это то же самое, что и линейная эквивалентность. Про конечную порожденность что-то утверждаете или нет? Вот рациональный полиэдральный, вы что в это вкладываете? Из этого следует конечная порожденность? В каком смысле конечно признак? Ну, в лучей, конечно, конечно. Ну, в рациональный будет полиэдральный, ну, как-то ограничен гиперплоскостями. Да, да, вот именно. Вот конечным числом гиперплоскости. Конечным числом полиэдральный, значит, именно это. Okay. Что их будет конечным числом. Так. Это была первая часть, вторая. Я напомню про сечение пучка. Как его начнем? Вот так. D у нас дивизор значит, по дивизору можно построить многогранник. Следующий, значит, у нас дивизор был вот такой. Сумма ро, д, ро. То многогранник мы получим таким образом. Это точки. Это они не обязательно лежат в решетке. Точки решетки характера помножены на R. Такие, что M у ро больше бы равно минус А ро любого ро. Всех ро. Вот такой получаем многогранник. Утверждается, что сечение этого пучка глобальные. Это, ну, первая часть, тут обе части утверждения довольно тривиальны. Это почти по определению, только мы функции заменили характерами. Это мы пользуемся спецификой регулярных функций на Торе. А это, как ни сложно, если по формуле дивизор характера расписать, это будет сумма по M лежащим среди целых точек многогранники C на хи. Это нам, это вообще полезно, чтобы говорить о дивизорах безбайсных точек, об обильных. Например, если у нас D дивизор Картье,
то D без байсных точек тогда и только тогда, когда его вот эти вот локальные характеры принадлежат многограннику. Ну вот отсюда. Точек, в принципе, это что значит? Безбайсных точек это значит, что либо что порождается пучок глобальными сечениями, либо можно так сказать, что для любой точки многообразия существует сечение глобальное. Такое, что которое в ней не равно нулю. Mm-hmm. Если было, это была бы байсная точка. Ну вот отсюда можно еще увидеть, почему мы брали вот это вот с минусом, вот как здесь. Потому что у нас вот здесь минус. Ну и если кому-то интересно, можно разобрать самостоятельный пример. Это значит, если рассмотреть P2, у нас визор D0, D1, D2, 2D0, рассмотреть дивизор, и найти его сечение и понять, что его сечение сдают вложение Веронезе. В P5. Там получится вот такой треугольник. У него будет 6 точек в решетке. И вот получится 6 сечений или 6 характеров, которые у нас зададут вложение в P5. Надо еще рассказать про кусочно-линейные функции. Во-первых, напомню, что такое выпуклая функция. Если есть выпуклое множество, вот это говорим, тогда фи выпуклое, но не строго выпуклое. Если для любых УВ из S и Т из интервала 0,1 фи от У на Т плюс В на 1 минус Т больше либо равно Т на фи от В, фи от У плюс 1 минус Т на фи от В. Ну или тут больше, если мы говорим о строгой выпуклости. Мы будем дивизору Картье сопоставлять кусочно-линейную функцию на веере. Значит, D у нас Картье с локальными данными m сигма. Тогда фи D это кусочно-линейная функция. Такая, что из носителя сигмы. Мы при этом считаем, что у нас
по крайней мере, носитель выпуклый. И носители сигма в R такая, что фи d от U равняется m сигма U при U, лежащем в сигма. Ну, просто на каждом конусе это применяем соответствующий характер. Ну и при этом, как несложно понять, у нас фи d от луча, это будет минус а ро, если у нас дивизор имеет такой вот вид. Мы можем среди всех кусочек функций на вере рассмотреть те, которые на решетке принимают целые значения. Мы их обозначим SF sigma n. Это support function означает. N означает, что они на решетке принимают целые значения. Phi от n содержится, тогда имеет место такой изоморфизм. Торн-вариантные дивизоры Картье отождествляются с такими целыми сочленениями функциями. Следующим образом, дивизором мы сопоставляем его функцию, как здесь определяется, а функции мы сопоставляем вот такой дивизор. Ну вот, как здесь. И окажется, что он является дивизором Картье. Ну просто у него локальные данные, это будут те характеры, которыми сдается функция на конусах. Так, сформулируем теперь важную теорему. По пресечении есть. Ладно, теорема. Еще полного веры это какое-то условие, что типа вот оно вокруг нуля, так это, скажем так, поверхности уровня этих функций обходит, да, вот, в таком диаграмме задают. Полный, если еще раз. Если полный веер, то условия выпуклости, что? А, условия выпуклости. Ну там, как бы, можно функцию там нарисовать, она будет как-то так вот вниз смотреть. Вот я потому что если взять поверхности уровня с одним С, то они как-то вот многогранник задают, я правильно понимаю? Как-то визуально хочется понимать, что такое выпуклая функция. Ну вот, я себе так понимаю. У нас же не обязательно везде положительно. Может даже писать не будет. Линия уровня может быть бесконечной. Окей, ладно. Сейчас, а вот фи вот здесь вот. Это изоморфизм в обратную сторону, да, пишите. Ой, да, 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 надо было в обратную сторону написать. Ну это ладно, потому что там фи функции справа. Да, фи, я там лишний d написал, да, минус фи. От уро до ро, так. Не фиде, конечно. Так, пусть у нас x сигма. Сигма выпуклой полной размерности. Тогда следующие условия эквивалентны. Первое, это d не имеет байсных точек. Или, как мы упоминали, m-сигма лежит в многограннике pd, то есть m-сигма у ро больше либо равно минус а ро для всех
ро. Второе условие, что фи d выпуклое. Это можно сформулировать еще так, что фи d от u меньше либо равно m сигма u. Либо можно еще так, что фи d более того, что фи d от u ро, зачем как бы менее сильные условия, но на самом деле его достаточно. Меньше либо равно m сигма у ро. А это у нас минус а ро. Ну, то есть, ну, яснее будет, когда буду подобную же вещь писать для обильных узоров. Значит, и третье условие, что d численно эффективен. Видите, что самое d на c больше или равно нуля. Для... Тут для всех имеется в виду, для торн-вариантных. То есть m сигма минус m сигма штрих u как-то вот больше равно нуля. Ну и тут важно вот это вот, вот эти утверждения. Но из вот этих неравенств видно, что тут это все связано. Ну, без базисных точек вот сразу с выпуклостью, по-моему, одно и то же условие получается. Но вот там было утверждение, когда дизор имеет базисных точек, да, это, конечно, надо доказывать. Я правильно понимаю, что это просто критерий численной эффективности? Ну, первые два условия, да, получается, говорим о третьем. Ну, численная эффективность... То же самое, что отсутствие базисных точек. Ну, как... Ну, просто если мы хотим в комбинаторных терминах понимать, то тогда самое удобное условие – это второе, правильно? Да, второе самое удобное. И есть еще аналогичное утверждение для дизоров обильных. Значит, D обильный. То есть тут у нас такого уже не напишешь, как там... Дальше фи d строго выпуклое. Это будет, можно так записать, что фи d от u меньше m сигма u при u, не лежащем в сигма. То есть у нас от одного конуса к другому функция не может оставаться той же самой, что было. Это у нас будет выпуклость не строгая. То есть тут... Если оставить ту же, то у нас будет ну, видно, что не получится. И третье условие, что d на c больше нуля для любой торн-вариантной кривой, проективной, неприводимой. Нет, названия нет. Но это, получается, можно обильностью назвать. Честно, мы не считали, что достаточно всегда для тейн-вариантных, ну, мы обсуждали, но это можно понять еще вот отсюда, что каким образом мы можем от торн-вариантных перейти к любым. Ну вот, пусть у нас выполняется вот это условие для торн-вариантных. Нет отсутствия базисных точек, следует обильность, если D численно эффективный, то равно D с центром или больше равно нуля. Нет, конечно, не следует. Сейчас, еще в чем был вопрос? Ну, сейчас всегда же достаточно проверять. Нет, ладно, все, нет вопросов. У меня такой вопрос. Значит, там обильный, это значит, что мы говорим многогранник ПД обильный, да? Вот первая теорема, она первая многогранная. Ну, есть Харикейн, 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 Харикейн,
Сейчас, а вот у этого вроде, я не знаю название. Там просто обычно еще просят, чтобы он сам был то есть ДВНный больше нуля. Там не было такого требования. В вторичном случае условия, видимо, смещаются. Я не сами не помню. То есть вот отсюда можно получить следующим образом. Если для любой торн вариадный, мы получаем, что функция выпуклая, отсюда получаем, что дивизор не имеет. Это смотря как доказывать. Ладно, нет смысла об этом говорить. Замкнутый конус там да, я хотел последнее утверждение сформулировать про конусный эффективный дивизор. Там что-то еще добавляется, мне кажется. Прошу прощения, в чем вопрос? Ну, для произвольных полов. Ну, мне кажется, вряд ли. Точка, значит, умножение на любую кривую, то есть никакая кривая у нас не перейдет в точку. Вбивается на точку, когда есть что-то. Ну, при поляризации, которая не стоит. Если хотите, можно потом обсудить, но я должен все сформулировать несколько. Не, не обращайте внимания, тут много болтают, это вы так твердым голосом ведите свою линию. Yeah. Значит, такая теорема. Если у нас да, это я сказал. Вот x сигма. Сигма. Выпуклой полной размерности, тогда неф-конус замкнут, и натянут на дивизор безбасных точек. Просто сформулирую, чтобы говорить про свою структуру. Это из уже сказанного видно. Так, дальше, наверное, отдельно не будем. Наверное, нужно вместе формулировать, чтобы в этом просто утверждение было какой-то смысл. Если x сигма проективный, проективное многообразие, то неф-конус строго выпуклый. Это не так для нас существенно. Ну ладно, строго выпуклый. Дальше имеет полную размерность. И целые точки внутренности. Ну то есть, если мы его пересечем целыми точками, сам у нас лежит в группе Пикар, помноженной на R, вот это целые точки, это в точности обильные дивизоры. Ну, размер совпадает с рангом группы Пикара, да? Да. Скажу про общий случай. В общем случае, в отличие от вторичества, неф-конус может быть не замкнут. То есть когда он может быть не чисто эффективным. Это бывает. Вот. Так, хорошо, спасибо. Так. И вот немного последнее. Неф ведь мы вложили в Пикара или я что-то. Но в Пикаре помножен на R, то есть целые точки. Целые точки неф-конуса.
А, они могли это просто играть решетки, да? Они могли пикали нужно. Ну да, у нас же конус. Да. Что значит покрывать сейчас? Прямой не содержит. Какой? А, так, хорошо. Мы рассматривали поверхность Херцебруха. У нас была группа классов, группа Пикара Z плюс Z. И у нас, я не буду вычислять, но получается, что если мы так вот изобразим группу Пикара, то у нас конус численных синтезаторов будет вот такой. Ну, а внутри будут лежать обильные дивизоры. Это для любой поверхности Херцебруха будет. Ну, еще был вопрос про связь наличия в классе эффективного дивизора и численной эффективности. Получается, что из численной эффективности будет... Численная эффективность — это то же самое, что отсутствие базовых точек. Значит, у нас... по крайней мере, у того пучка есть сечение, значит, глобальное. Значит, будет дивизор эквивалентный линейно данному, но при этом эффективный. Ну, то есть будет... А в другую сторону мы там обсуждали раньше, да? Да, в другую сторону, если мы раздуем P2, скажем, в точке, то у нас исключительная прямая будет на себя умножаться с индексом минус 1, кажется. Да, но при этом она как бы эффективна. Окей. Так, ну все, на этом я уже перейду к двойственности Гейла и нормальному вееру. То есть, в принципе, сейчас какое-то хочется микрорезюме. Наука легко умеет вычислять эти конусы эффективных дивизоров. В вторичном случае нет проблем, вроде из того, что вы сказали, взять да вычислить этот конус, да? Правильно я понимаю? Да, у нас нужно написать неравенство, и все получится. В вторичном случае можно считать вполне. Я потому что хочется какие-то расставить небольшие акценты, ну то есть что здесь главное, ну то есть вот вычислить я вроде понял как. Ну вот какие-то есть теоретические утверждения про обильные дивизоры там внутри, собственно, ну просто хочется понять, чего нам из этого пригодится. Нам пригодится в основном вот... Пригодятся в основном последние утверждения про структуру неф-конуса, что там на границе, что внутри. И сочленные функции тоже будут полезны. То есть, грубо говоря, сейчас я, может быть, опять подзабыл, как вы говорили, какая у нас глобальная цель? Я сейчас расскажу быстро про двойственность Гейла и сформулирую, наверное, уже утверждение. А, все, окей. Двойственность Гейла. Пусть у нас есть пространство V размерности n, конфигурация векторов, которые будем обозначать A, ну то есть просто множество A1, AK в двойственном пространстве, причем они линейно порождают это самое двойственное пространство. Это важно. Ну, они задают отображение линейное из РК в V со звездочкой. То есть мы следующим образом мы байсный вектор стандартный отправляем в соответствующий аитой, ну, с тем же номером. W в РК. Мы обозначим ядро. Ядро А. Тогда у нас имеет место такая точная последовательность. 0 WRK V со звездочкой 0.
тут просто вложение ядра. Рассмотрим двойственную последовательность. Тут просто РК напишем. Тут W со звездочкой. Ноль. Тут, понятно, как, естественно, отождествляется, у нас базис просто выбран. Значит, а звездочка при этом будет иметь такой вид. А звездочка от V это будет вот такой вектор. А 1 V нужно со всеми спарить и записать. Вот так. Тогда вот это вот отображение, двойственное к вложению ядра, мы назовем гамма, и гамма ИТ положим равными гамма от ЕИТого, ну, от соответствующего стандартного базисного вектора. Они лежат у нас в W со звездочкой размерности К минус Н. Ну и вот, и, собственно, вот эта вот конфигурация, ну, упорядоченная, это будет называться двойственной по Гейлу конфигурации А. Гамма, двойственная по Гейлу конфигурации А. Ну, можно смотреть еще не на как конфигурацию в каком-то конкретном пространстве W со звездочкой. Можно смотреть на двойственность Гейла как некоторую двойственность конфигураций векторов просто в фиксированных пространствах R вещественных. То есть у нас А у нас содержится в Rn, а гамма у нас содержится в RK-N, и мы можем гамма назвать двойственной по Гейлу к А, если... гамма — это отображение. Ну, мы говорим и про одну букву просто обозначаем, и отображение, и конфигурацию. Окей, да, да, извините. Да, если... Следующий выполнен. Гамма на А транспонированная. Ну, А это если мы матрица, которая получится, если мы запишем векторы АИТы по столбцам. Гамма это если мы гамма ИТы запишем по столбцам. Если это равно нулю. И при этом гамма у нас векторы гамма ИТы порождают линейно. РК минус Н, а АИТ порождает свое пространство, то мы вот любую такую конфигурацию назовем, можно назвать двойственной по Гейлу, но она будет определена с точностью до невыраженного линейного преобразования. Это у нас вот что-то подобное как раз и записано. Мне как-то рассказывали такую более какую-то сложную штуку. Там были какие-то векторные конфигурации, аффинные конфигурации, они там друг другу. А аффинные нам не пригодятся. У нас вид. Просто линейная двойственность. То есть у нас какая-то странная двойственность с точностью до действия же элемента, да? Мы можем рассматривать вот так, тогда у нас будет строго определено все. В конкретном пространстве. И никаких преобразований. А можем, если мы хотим просто смотреть, как двойственность конфигурации в фиксированных таких вот пространствах, то... Ну окей, ладно, все прекрасно. Это как-то связано с ортогональным дополнением, да? Получается, что... Непонятно, а если векторы линейно независимы, то тогда получается, что все вырождается? Ну, нам все-таки хорошо бы рассматривать, что k было больше n, что векторов было больше, чем размер пространства. Но вообще, да, она и так будет. Но у нас просто будет тут r0, и все. Представить себе как-то можно?
Да, сейчас я хотел на одном примере. Представить, да, там в одном примере я хотел вычислить, но сначала хотел бы сформулировать утверждение. Да, тут немного хитрее, как искать. Нам нужно найти... Можно сказать, что это какие-то линейные зависимости? Да, линейные зависимости. Вот мы пишем по столбцам линейные соотношения. Вот тут линейные соотношения. По строкам, да. Линейные соотношения между А, между вектором конфигурации А. И берем, наоборот, не эти строки, а столбцы. И получаем вектор конфигурации гамма. Ну вот, отсюда это видно, тут по строкам будет как раз соотношение записано. Дальше на примере, может, станет яснее. Мне кажется... Да, я сформулирую еще теорему. Вот в терминах двойственной конфигурации удобно давать критерий, скажем, нормальности веера. Вот с помощью этого критерия я хотел бы позже показать, что некоторый веер не является нормальным к многограннику. Значит, конфигурация конусов сначала. Определю конфигурацию концов А и С. Значит, А это у нас А1, АК в этом самом пространстве В со звездочкой. А С это некоторое множество подмножеств в множестве индексов. Значит, конфигурация конусов это будет следующее. У нас будет некоторое множество конусов в пространстве V со звездочкой, причем А и 1, А и С натягивают конус. Ну или да, порождают конус. Если и 1, и S содержится, лежит в C. Ну, то есть вот этим множеством подмножим мы задаем. Еще раз, конфигурация конусов называется вот такая пара, да? Да. Как мы ее расшифровываем? Да. А вот это вот C это какой-то набор подмножеств индексов. Да, и если мы хотим изобразить это в пространстве ПС со звездочкой, то вот мы... То есть, собственно, берем каждое подмножество, и каждому подмножеству соответствует конус, натянутый на соответствующий вектор. Так что ли? Да. Значит, дальше С назовем А замкнутым, если для всякого И из С конус... Мы будем так обозначать этот вот конус, порожденный вот этими вот векторами. Значит, и 1, и S. Это пусть будет I. Вот этот конус мы назовем AI. Если конус AI строго выпуклый, во-первых, а второе, если И G, значит, И лежит в С, G некоторый, некоторое просто множество индексов, и AG оказывается ну, вот геометрически гранью AI, то G тоже
должно лежать в C. Ну, то есть грани мы включаем тоже и хотим, чтобы конуса были строго выпуклыми. Тогда так, гамма у нас двойственная по гелоконфигурации. Тогда, наверное, следующее утверждение. Конфигурация AC задает веер. Ну, в каком смысле задает веер? Это если веер — это некоторое множество конусов. Если мы возьмем конуса, вот эти вот, вот, если можем получить веер при некотором условии. Вот при каком? Задает веер, тогда это тогда, когда для любых ИЖ из С относительная внутренность АИТ не пересекается с относительной внутренностью АЖТ, пусто, это пусто. И тогда вот это условие нам будет полезнее для любых ИЖ из С относительно внутренности конусов, вот забыл написать, относительную внутренность конуса АЖТ, и тут относительно внутренность конуса АЖТ, АИТ. Есть такое условие, если внутренность конуса гамма и с чертой, ну, и с крышкой. Значит, и с крышкой – это дополнение к I в множестве индексов. Пересечь с относительной внутренностью конуса гамма G с крышкой не пусто, наоборот. Ну, то есть, что это значит? Мы берем дополнение в множестве индексов к I, натягиваем, порождаем соответствующими векторами из двойственной конфигурации конус. Вот это будет конус гаммы и с крышкой. Вот эти внутренности, наоборот. Всякие товарищи типа Хауса, бранч называют это, гроздь, такой набор конусов называется, да? Как еще раз? Ну, по-английски бранч, по-моему, или банч. Или как-то. Сейчас не бранч, как это на по-английски называется? Банч, сейчас. Ну, короче, я забыл. По-русски грозь, да, банч. Банч, наверное, так. Банч. Это оно, да? Кажется, это оно. Можно еще про это утверждение? Тут предполагается, что А замкнуто, правильно? Или С? А, С. Да, С замкнуто, да. И первая равносильность, она, видимо, очевидна. Ну, это более-менее очевидно, да. А вот это, там требуется некоторые доказательства. Грубо говоря, из вот этой вот непустой внутренности мы берем некоторую как бы функцию на пространстве, где лежит конфигурация А, и она нам даст гиперплоскость, которая эти конуса отделяет. Какие-то условия на этот веер есть вообще? Просто вот если веер состоит из грани одного конуса, то у вас есть такой максимальный конус, да, то, ну, как, в общем, есть, в C лежит все подмножество, да, и тогда двойственный будет пустым множеством, и вот это не очень понятно. Какой-то такой пример, чтобы увидеть на примере эти утверждения. Сейчас еще одно утверждение, и я покажу пример. Все-таки еще раз. Да, простой вопрос. Вопрос. Условий на веер тут вообще никаких нет. Да, любой веер может получиться. В том числе там афинный веер вот тоже подойдет, да? Что-то мне кажется, что по афинам нет шансов второго. Ну, бог с ним, ладно. По афинам могут вполне. Там есть один конус, который состоит из пустого, двойственный, который состоит из пустого множества. И поэтому вот второе никак не может с ним выполняться. Или я что-то. Сейчас, секунду. Нулевой?
есть конус, в Афинах есть конус полный, да, а тогда, ладно, может, что-то с Геевым там, все, ладно, может, я ерунду говорю. Сейчас, секунду. Не будем. Потом на примере увидим. Вот это вот полный, если мы возьмем. Вот как-то для полного чуть более индекс. Ну, ладно, не суть. Давайте двигаться. Если взять все индексы, да, то здесь будет, то наоборот, пустой. Там множество индексов, и как-то странно, что там не равно пустому множеству, потому что какая там... А, нет, у нас же для этого нужно, наверное, смотреть еще афинный и симплициальный, да? Чтобы у нас конус был прямо на все векторы натянут, да? Ну хорошо, если вот так рассмотрим. Так, да? А если симплициальный, то у нас просто соотношения не будет. Если не симплициальный, то у нас не будет множества индексов, которые прямо содержат все векторы и натягивается конус. А если мы рассматриваем... Если мы хотим все-таки такую ситуацию получить, что у нас в что и какой-то и состоит из всех индексов, да, то нам нужно, чтобы конус натягивался на все векторы, да. Это значит, что у нас будет просто один конус, весь веер это будет один конус, образующих, которого будет столько же, какова размерность пространства. Почему? Откуда берется условие симплициальности вообще? Ну вот, если вы хотите, чтобы у нас был конус, что у нас был афинный конус, натянутый на все... Да, почему он должен быть симплициальным? Сейчас. Что понятно под афинным конусом? Афинный веер, просто конус. Конус, в смысле афинного количества мегабайт. Ладно, главное, что-то я, наверное, сам не то говорю. Сейчас на примерах будет виднее. Так. И такое утверждение еще есть, что конфигурация задает... Во-первых, пусть задает полный веер. Тогда сигма проективен, нормален к многограннику. Тогда и только тогда, когда пересечение уже по всем. Индексом не пусто. Причем для любой точки из этого самого пересечения по любой точке да, мы строим многогранник вот такой. Уже лежащее пространство В. И этот многогранник будет нормален к исходному, точнее, исходный веер будет к нему нормален. Сигма нормален. Для любой, по любой точке мы строим такой многогранник. Прошу прощения.
что тут произошло? Если мы потребуем, что АЦ дает не просто веер, а еще и полный веер, то мы можем получить критерий нормальности этого веера. Вот в терминах двойственной пределовой конфигурации. Мы по любой точке этой самой, вот этого самого пересечения можем построить многогранник, который такой, что... Да, что веер будет нормальным к этому уровню. Я знаю один единственный пример веера, который не является нормальным многогранником. Когда мы взяли пирамидку и подразбили там... Вот я хотел этот пример на этом примере показать, проверить критерий. Куб с отпиленной вершиной, что-то... Это правильный способ доказывать то, что какой-то веер не получается многогранник. Ну да, тут понятно, что проверять. Если, обычно доказывается через... Ну, там пишется неравенство, и показывается, что нет выпуклой функции. Ну да, там, это вручную как-то... Догадались их сложить, там эти неравенства, получили противоречие. Ну как вообще в общем случае это делать? Ну да. Вот... такой пример. У нас был тетраэдр, мы срезали вершину и грани разбили вот таким образом. Три грани разбили, а вот нижнюю и верхнюю мы не разбивали. Те грани, которые из четырехугольников, у нас за четырехугольники мы разбили по диагонали. Значит, тут где-то у нас 0, это вот Е1, ну, в общем, я тут, значит, у нас эти векторы конфигурации, я их просто обозначу номерами. Вот так, значит, матрица А у нас будет такая, у нас векторы, значит, вот такие. Да, у нас 6 векторов, вот мы записали просто. И мы натянули конусы нашего веера на вот эти вот, на эти треугольнички. Вот отсюда из нуля выпустили. В общем, понятно, как веер устроен. Ладно. Значит, двойственная конфигурация следующим образом у нас будет выглядеть. Нам нужно записать соотношение. Вот если мы посмотрим на строки, то увидим, что это будет базис процентных соотношений. То есть гамма 1 и так далее, гамма 6. Это соотношение между столбцами. У нас по строкам записано соотношение между столбцами. Тут А, тут гамма. Можно еще раз соотношение между? Ну вот, скажем, вот здесь, да? Что там с транспонированием, да? Да. Гамма на транспонирование, если мы... Да, если мы возьмем вот это, то и сложим, да, что у нас получится. Этот, плюс вот этот, да? Как раз получится 0. И так далее. Да. Нарисуем сейчас эту конфигурацию. Она у нас вот такая будет. Тут будет 1. Ну, как бы первый байс, это второй, третий. Значит, гамма 1 у нас будет. Гамма 1 вот здесь. Гамма 2 здесь.
3 тут, 4, 5, 6. Вот так. Ну так не очень удобно будет пересекать, поэтому давайте мы вот такую плоскость нарисуем и на нее все перенесем. Для наших пересечений это несущественно. У нас эти векторы укоротятся, но ничего не случится, в общем-то. То есть мы можем рассматривать картинку на треугольнике. И тут уже пересекать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что мы должны? Вот у нас есть. Пересеклись плоскости. Да. Сначала я нарисовал их в R3. Потом провел плоскость, ну, вот такую вот, x1 плюс x2 плюс x3 равняется единице. Спроектируем. Ну, сюда спроектируем, да. Вот получилась такая картинка. Просто я вот на этом треугольнике нарисовал. Это была трехмерная картинка, это двумерная. Двумерная, неудобная. Значит, если мы смотрим 1, 3, 4, вот этот конус, то нам нужно будет... Значит, это у нас и с чертой, это будет 2, 5, 6. Вот рисуем вот этот сначала, 2, 5, 6. Дальше смотрим 2, 3, 6. 2, 3, 6, вот здесь. Будет 1, 4, 5. 1, 4, 5. Вот пересечение с внутренности, это вот внутренность вот этого треугольника. И если мы говорим, наконец, 1, 2, 5, он у нас есть, 1, 2, 5. Это вот эта вот задняя, на задней стенке верхняя часть. А, нет, нижняя. В общем, 1, 2, 5 у нас есть в веере. То мы получим 3, 4, 6. Вот. И у них внутренности не пересекаются. Вот нам нужно пересечь вот это вот с вот этим. Они не пересекаются. Поэтому получается, что веер ненормален. Как мы выбираем? То есть мы выбрали любое множество... грань, мы можем, перебирать все конуса веера, рассматривать дополнение и держать. Но я рассмотрел так, чтобы побыстрее получить в таком порядке. И это самый простой такой пример. Ну, можно приводить пример, когда положительный результат получается, но. Когда получается положительный результат, ну вот, что получится пересечение какое-то, можно будет какой-нибудь многогранник построить. Ну, более-менее самый простой пример, пример полного, да, непроективного. Да, вот это считается, наверное, один из самых простых примеров. Глупый вопрос. Почему мы не можем взять 6, 2, 5 и 6, 2, 4? Потому что 6, 2, 4 не является дополнением никакому... А, да, я понял. 6, 2, 4... Не, это к нему дополнение 1, 3, 5. Да, 1, 3, 5 у нас здесь не лежит. Вот. Так, я, наверное, теперь сформулирую хотя бы свое утверждение. Это я оставлю. Оно уже пусто получилось, да, зачем нам все? Если я пишу, допустим, код, чтобы это реализовать, то просто берет все грани и пересекает. Да, да. Ну, так просто остальные нет смысла уже перебирать. Так, и сформулирую утверждение уже. Пусть конфигурация AC определяет симплициальный веер, что важно симплициальный, сигма с выпуклым носителем полной размерности.
Ну, А1, АК – это вектор из конфигурации. Это множество лучей будет. D1, DK – соответствующие торные рядные дивизоры. Значит, рассмотрим последовательность для группы Пикара. Помножим ее на R, она останется точной. Но из симплициальности у нас получится, что когда мы помножим на R, это будет совпадать с значит, дивизором Картье. Если помножить на R, то мы получим дивизор Вейлевси. Группу Пикара, если мы помножим на R, то мы получим всю группу классов. Но если мы группу Пикара вкладываем, то она вот, при симплициальности имеет конечный индекс, поэтому когда мы на R помножим, мы получим все. Ну, всякий дивизор является дивизором Q-Cartier. Ой, еще. Так, и значит, что мы сделаем? Тут у нас отображение следующим образом выглядит. M отправляется в сумму M у ро, точнее, A ро. Да, тут некоторые конфликты обозначений возникают. Точнее, сумма по I, M, A, I, D, I. Мы раньше A обозначали не лучи, а индексы. Здесь ничего страшного. Так, а тут мы... отправляли. А1 АК это не АИТ. Нет, здесь как раз АИТ это вот лучи. Только раньше мы АИТ обозначали, АРО обозначали коэффициент, а УРО это у нас были лучи. Тут мы сопоставляем просто дизор Картье его класс. Либо же мы можем следующее сказать, что у нас есть лямбда натуральная, такое, что для всех и лямбда, d и Картье. Мы просто возьмем там наименьшее вообще кратное и получим. Потому что у нас для всякого есть какое-то свое. Вот, значит, есть общее. Это конечное число. Значит, мы лямбда, d и отправим в свой класс. Либо же лямбда, d а d и получается таким образом который лежит в группе дивизоров Картье помноженной на R, либо просто в группе дивизоров Вейле торновариантных помноженных на R, мы отправим вот так вот, лямбда DI делить на лямбда. Вот такое отображение. Это мы обозначим гамма I. Вот это у нас пусть будет, мы обозначим гамма, вот эту проекцию. Это... мы можем обозначить А как бы со звездочкой, потому что у нас, если вспомните, как у нас проявление двойственности Гейла выглядело, двойственное отображение, то вот именно так оно и выглядело. Вот это вот у нас это базисные векторы стандартные как в этом пространстве, оно отождествляется с РК, потому что у нас есть стандартный базис, состоящий из вот этих вот дивизоров со звездочных лучей. То есть получается, что у нас гамма А со звездочкой равняется нулю. Причем гамма имеет полный ранг. Мы обсуждали, что так может задавать двойственность Гейла. То есть у нас получается как бы не та строгая двойственность Гейла, которая вначале определялась, а вот... более... Ой, это зря стер. Ладно. Более такая... Мы более гибкой конфигурацией пользуемся. То есть у нас гамма А со звездочкой равняется нулю. Поэтому можем считать, что множество гамма от d итых, то есть гамма ит,
у нас дает двойственное по Гейлу, одну из двойственных по Гейлу конфигураций в таком вот менее строгом смысле. Значит, утверждение такое. Это, значит, необходимо было сказать. Наконец, утверждение. Утверждение такое, что вот при всех этих условиях неф-конус будет иметь такой вид. Если x сигма полный, ну, то есть если сигма полный веер, если еще к тому же сигма полный, то верно следующее, что внутренность неф-конуса это пересечение относительно внутренности. Так. Причем, если x сигма не проективны, то и слева, и справа пусто. Если есть 5 минут, еще то не знаю, я мог бы доказать. Ну, 5 минут-то есть, не проблема. Сейчас хочется понять, каков статус этого утверждения. Это ваше утверждение или стандартное утверждение или что это? Кажется, Иван Владимирович в книжке про Кольца Кокса что-то подобное утверждалось, но там было довольно сложно написано. Я пока еще не проследил прям явно. Выглядит очень логично. Ну, то есть, как бы, мне просто интересно, скажем, чем вы занимаетесь. Вот это ваше утверждение, ну, в смысле, не факт, что оно прям оригинальное, может быть, кто-то что-то аналогично доказывал, но вы это доказали, скажем так. Я правильно понимаю или? Ну, да, я как бы придумал некоторые доказательства. Может быть, оно не оригинальное, но я что-то придумал. Я примерно понял, а, скажем так, да, сейчас можно, конечно, потратить 5 минут на доказательства. А может, вы лучше скажете, может, что-то еще вы тут делаете, или вот пока что вот такое утверждение, это, скажем так, была ваша конечная цель. То есть, может быть, как-то в каком направлении вы собираетесь здесь развиваться? Есть идея как-то вообще заняться некоторой наукой, связанный с нерациональными веерами. И там по ним можно строить некоторые многообразия, которые уже не будут алгебраическими. Что такое нерациональные вееры? Там нерациональные. Те, которые не иску, да? Лучи, да, лучи не будут у нас лежать в решетке. Ну, не будет на них векторов из решетки, но лучах. Просто скажем так, нам вот это вот в принципе все довольно близко, и мы бы хотели понять, ну, по каким темам можно с вами, например, сотрудничать, обращаться к вам. Вот пока что какое-то представление мы получили, если вы можете еще конкретизировать, то мы будем очень рады. Ну а если нет, давайте как-то потратим 5 минут на доказательства. Ну, прошу прощения, что задерживаю. Вопрос, освещающий доказательства, то, что каждый конус гаммы вот, и с крышкой соответствует дивизору, который положительный при сечении с кривой, да? Это невероятно. Ну, там это все связано, конечно, и с кривыми. Я буду пользоваться условием... Я буду делать через кусочные линейные функции. Ну, да, там оно... Вот это утверждение, оно может быть интересно для нерационального случая тем, что мы вот такое вот алгебро-геометрическое понятие выразили через двойственную конфигурацию, которая вообще никакой алгебраической геометрии не требует.
И поэтому можно как-то о чем-то подобном думать и в нерациональном случае какие-то вещи определять по аналогии и так далее. Смысл во всех этих нерациональных конусах типа есть? Ну, говорят. Так, вот доказательства. Ну, давайте, скажем, вот это покажем. Пусть D принадлежит мне в конусу. Точнее, его образ, да? Гамма D. А это у нас пусть будет Cartier. Мы смотрим какую-то точку неф-конуса, она будет образом, классом некоторого дивизора Cartier. Так, значит, если у нас, раз у нас дивизор лежит неф-конусе, то он не имеет базисных точек, значит, φd выпуклая функция. При этом гамма от D это будет может быть писать в таком виде: минус φ d от а ита класс d ита, то есть гамма ита. Ну, это мы обсуждали, что ну, по сути это класс d, да? Что класс можно выразить через выпуклые функции следующим образом. Мы запишем его, зафиксируем и тогда на конусе φd равняется mi u, mi это соответствующий характер. И перепишем. Да. Гамма D это будет сумма по i минус φd от а ита гамма ита, это было. Это мы разобьем на две суммы по индексам, которые лежат в i большом, и по тем, которые не лежат. По тем, которым лежат, я уже заменил на вот это. Тут они лежат, оставил пока как есть. Тут и с крышкой. Значит, тут я вычитаю, прибавляю. Вот прибавим еще такие вот слагаемые по индексам, которые не лежат. И вычтем то же самое. И то слагаемое не забудем. А, значит, вот эта сумма, она у нас что будет собой представлять? Это будет просто гамма на А со звездочкой от М итого. Это ноль. А эта сумма, если мы тут сгруппируем, то будет, точнее с минусом, тут минус, здесь будет такая сумма. Прошу прощения? Да, там транспонирование просто.
И тут мы пользуемся тем, что функция фиде выпуклая. Выпуклость, как там ранее формулировалось, она эквивалентна условию, что вот это будет у нас больше или равно нуля. Вот так. То есть у нас получается, что у нас сумма гамма житых с некоторыми неотрицательными коэффициентами по G, не лежащим в I. То есть это будет лежать в конусе гамма G по I с крышкой. Ну и когда мы сделаем, проведем подобное же рассуждение для всех I, то получим, что у нас класс будет лежать в пересечении. Пересечении по всем и вот таких вот конусов. Ну и в обратную сторону это, можно сказать, то же самое утверждение провести. Вот это вот равенство, на это равенство посмотреть наоборот. С внутренностью тут мы пользуемся тем, что обильный дивизор, что внутренность неф-конуса это будет соответствовать обильным дивизорам, а обильным дивизором соответствует строго выпуклая функция. И здесь у нас будет больше нуля. Поэтому у нас будет относительная внутренность. Будет возникать относительная внутренность. Ну, я говорю сейчас только про целые точки, но если у нас у конусов совпадают целые точки, и они у нас рациональные и полиэдральные, то просто конуса совпадают. Ну, все получается. А скажите, для несимплициальных вообще ничего такого? Для несимплициальных не получается, скажем, вот такое утверждение не работает. То есть оно просто неверно или как? Да, оно неверно, потому что в симплициальном случае есть критерий, что многообразие, если у нас пусть VR полный, тогда x сигма будет проективно, тогда и только тогда, при условии симплициальности, когда неф-конус имеет внутренность. Вот. А если, если, то есть если есть симплициальность, у нас получается, пусть она не проективна, тогда вот тут внутренности нет, и тут внутренности нет по критерию нормальности веера. Это просто пусто. А в несимплициальном случае существует парическое многообразие, для которого, которое не проективно, то есть у него вот это вот пусто, но при этом внутренность у неф-конуса есть. Но у него, если я нарисую веер, особенного смысла в этом не будет, я могу, если кому-то нужно, сказать, смотрите, где это ответ, написано. Ответ, как бы, утверждение неверно, оба утверждения так исправить неверно. Непонятно. Вот про это я примера не знаю, контрпримера, в несимплициальном случае. Тут еще остается, главное, что это поисследование. Ну да. А что-то запутался. А внутренность не в конусе всегда состоит из обильных? Нет, в несимплициальном случае у нас внутренность неф-конуса, то есть, если он проективный, то внутренность, если многообразие проективное, то внутренность состоит из обильных дивизоров. Если, если не проективно, то в полном, значит, в специальном случае внутренности просто нет, при условии полноты, а в несимплициальном внутренность может быть. Но обильным дивизором она не может соответствовать, потому что многообразие не проективно. Приходит многообразие не так, что проективно, когда, в общем, там неправда, что... Для произвольных, да, неправда. Так, есть ли у нас еще вопросы какие-то? Я сижу, хочу как-то кривые здесь увидите, не справился пока. То есть хочется, как получить неф-конус? Взяли для каждой кривой, строили конус тех классов дивизоров, на которых которые имеют положительные пересечения. Ну это все уже зашито вот в готовые формулы. Вот. Но кажется, вот это вот примерно в этих формулах содержится. Да, что мы рассматриваем стенку. Что? То есть кривая зашита в это U. Кривые. Ну, да, в значении функции. На U. Я вам пытаюсь понять. Всем пытаюсь спросить, имеет ли отношение конусы? Наверное, не имеет. То есть, по сути, конусы, которые мы пересекаем,
ничего не имеют общего с теми, где даже полупространствами, в которых данная кривая имеет положительное пересечение. А, вот что. Их как-то даже количество кажется разное. Наверное. Тех столько, сколько образующих, а этих как повезет. Угу. Поэтому. А может они являются пересечениями каких-то полупространств? Ну, я не знаю, тут придумать можно много, но вообще, какого-то объекции не прослеживается. Интересно. Это интересно просто. Да. Это сейчас сказать не могу. Можно на примере проверить, как выглядит эти полупространства, как выглядит конус, а вдруг там есть соответствие. Вот, спасибо. Да, это было бы интересно. Ладно, спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо.